Житель Рязани нашел способ помириться с подругой. Правда, слишком опасный для окружающих. Чтобы сгладить ссору с любимой, он на полном ходу протаранил автобус, стоявший на остановке. Все случилось в час пик в самом центре города. До приезда автоинспекторов водитель иномарки успел объяснить очевидцам, что всему виной плохое настроение. Пьяный, сам водитель джипа сказал, что ему плохо. Что он с женой поругался. По-моему, он пьяный. Четыре пассажира автобуса и кондуктор были госпитализированы с травмами, а вот водитель легковушки не пострадал. Более того, помирился с возлюбленной. Девушка примчалась на место аварии и бросилась защищать мужчину от журналистов. Пострадали? Девушка, не надо его снимать. Девушка, не надо его снимать. Не надо его снимать. Нарушитель тут же прибодрился, но автоинспекторы уверены, что за ДТП ему придется нести ответственность.